Арсенал, Сокол. Это, конечно же, обе команды с историей. И несмотря на то, что сегодня те и другие ближе к середине таблицы, рассчитывают, я думаю, и саратовцы, и тулики на то, чтобы вернуться в премьер-лигу. Первая лига в этом сезоне начала очень бурно, много было ярких матчей, а тут как-то стало все больше скатываться к низам. Может быть, сегодня тенденцию переломим. Сокол. Первую атаку начинает. Подача. Здорово. Вот здесь надо было бить, конечно, сразу. И после этого удар. Мяч в ворота влетает. Не было ли офсайда? Нет. Мы сказали про Коронкова. И вот пятый гол Джонатана. Здравствуй, Джонатан. Была такая песня. 1-0. Не запихал, не затащил. А вот что он там? Заковырял его за что-товал, вот я так скажу. Макаров отдал передачу еще чуть дальше. Навес на дальнюю, скидка классная. Супер комбинация была. Ну и что, пенальти? Пенальти его. И 2-0 на 24-й минуте. Ну, быстрый, не быстрый, бог с ним. Это гол. И Арсенал ведет уже с очень хорошим преимуществом. Никто завтра не вспомнит, был это быстрый гол или нет, но момент с пенальти, конечно, нужно смотреть. Интересно, что ничего Александр Старожук на этот счет не сказал. Вот на то, как Попов мяч принял, он отреагировал, а на все эти потуги Гилояна никак. Ух, хорошо, опасно! И третий, и хет-трик Джонатана Коронкова! Я не знал, что он сегодня станет лучшим бомбардиром, но вот это случается. 27 минут 50 секунд. Я специально посмотрел на табло. Понадобилось ему для того, чтобы этот хэт-трик оформить. 3-0. Вениамин Мандрыкин, который тогда был голкипером ЦСКА, получил БО от Спортэкспресса без оценки. Просто потому, что он ни разу за матч не коснулся мяча. Удар какой крутой! Ну, Джонатан, давай! Ах, не попал! Офсайд был. Но до этого удар Ткачева. Знаете, я вот из своей комментарской кабины ровно видел траекторию. Там Синиша Михайлович в светлой памяти отдыхал просто. Ну, правда, будем точны, еще великолепный был выход за пределы штрафной. Удар! А вот сейв Косаревского. А пробил прекрасен. Тот, кто вы просили. И что? И Штоян. Знаешь, это я сейчас Мимино вспоминаю уже. Гилоян. А вот это фол нарушил. Желтая одна. Подача. Отличный удар. И снова хорош Косаревский. Второй тайм по эстетике у нас отлично получается. Голов не хватает, может быть, но они уже все в первом были забиты. Скокарев на выходе, пустые ворота, давай с центра поля. Нужен красивый гол нам, и он не случается. И Кокарев успел вернуться, и мяч перепрыгнул перекладину. Интрига осталась где-то в стороне. Зачем нужны эти 4 минуты? Ведь можно спокойно обойтись без них. Классная игра в стенку. Момент Арсенала. Косаревский. Ну, главный герой второго тайма, конечно, голкипер Сокола. Все, вытащил, что мог. Если бы не он, то поражение было бы совсем ужасным для саратовцев. Теперь уже Арсеналу можно, наверное, подумать о том, чтобы забраться в таблице повыше. Победа уверенно сегодня очень получилась.